Mysterious Man представляет. Смотрите, что-то не так! Что же это? Успокойтесь! Это просто статуя космонавта, они не могут двигаться! Давайте посмотрим, что там, но только осторожно! Да! У нас есть информация, что здесь пропал товарищ по команде Штрахеем. Мы должны выполнить поставленную задачу и вернуться обратно. Что это? Не совсем понимаю, но тут есть тень. Надо присмотреться. Какого черта? Язык! Этого не может быть! Это самозванец! Сообщите о трупе, быстрее жмите аварийную кнопку! Он убил всех товарищей по команде без убийственного кулдауна! Я и подумать не мог, что ты попытаешься сообщить обо мне, нажав на кнопку экстренной помощи. Какой же ты жалкий идиот. Готовься сдохнуть. Прости меня. Просить прощения бессмысленно. Я все равно вас всех убью. Пробудись же! Команда самозванцев! Эй! Товарищи по команде должны быть здесь! Где они? Я их тут не вижу! Слишком тихо! Ты слишком громкий. Очень странно. Тут должны были быть все остальные. Чего? Я только что на что-то наступил! Это действительно что-то мерзкое! Что за херня? Это же... тело товарища по команде! Они все мертвы! О нет! Подожди! Здесь что-то не так! Там что-то есть! Что? Что за... Как это могло произойти? Они все самозванцы! Бежим! Марк! 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 Цезарь! Цезарь! Марк! Они, черт возьми, нас даже не заметили! Они просто взяли и прошли мимо, словно мы... кучка каких-то сраных насекомых! Марк! Марк был хорошим пацаном. Как и все остальные, он любил свою семью, любил свою девушку, его страну. Он был трудолюбивым, молодым человеком. Он просто был. Из тех, кто любит жить! Цезарь! Джо-Джо, останься здесь! Я с ними сам разберусь! Если я их не заставлю заплатить, я с этим не смирюсь! Цезарь не был предателем. Цезарь!
Голос рвал Беголов. Спасибо за просмотр. Оригинал в описании. Перевод Беголова. Все на этом. Всем хорошего всего и всем до свидания.